Друзья, привет! Сегодня договорился отвезти своих баранов полуторагодовалых в Можайск повезу. Приготовил вчера с вечера фьюжн свой для перевозки. А бараны поедут там в загородный клуб, экотуризм. У них как типа контактный зоопарк, ну, небольшое хозяйство, точнее, хозяйство большое, там лошади и дикие животные. Ну, я сам туда приеду, посмотрю, может, поснимаю, тоже добавлю. Ну, суть в том, что хотел показать просто, как перевозить. Сейчас переключу камеру. Ну, может, кому-то просто опыт будет полезен. Сейчас, когда поставлю сюда баранов, тоже сниму, чтобы было понимание, как размещается. Машина Ford Fusion. Можно сказать, что чуть ли не мини. Маленькая машинка, но на самом деле очень практичная и удобная. Сажил заднее сиденье. Баннер в два слоя подвязал к подлокотникам, нет, подголовнику, чтобы бараны не ломанулись вперед, ну, чтобы у них не было такого стремления. Вот внизу еще один слой баннера и пленку на всякий случай, если для протечки. Животных с утра не кормил, чтобы минимизировать выделение. А, и вот еще уголки баннера прихватил дверью, чтобы был дополнительно защита с боков. Ну и вот этот желоб тоже так подвязал. Таким крючком у меня крючки. Ну как не крючки, кронштейны, что это. Для крепления спинок задних сидений. И вот подвезла, чтобы была такая своеобразная чаша. В общем, сейчас поставлю их сюда и тогда продолжу съемку. Ну вот, ребят, сказал, что, оказывается, наша степочка достаточно хорошо идет. Сейчас мы можем... Пойдем. Пошли, пошли. Ну вот, загрузили баранов. Я планировал их головой по ходу движения к сиденьям привязать, чтобы они вдоль стояли. Ну, получилось так, они сами стали, как бы валетом. Ну, в принципе, я думаю, пусть так и стоят. Видите, места вполне хватает. Бараны 100+. Вот, в машине можно двоих перевозить смело. Тут самая опасность, у меня всегда страхи, что они могут что-нибудь увидеть и в стекло попытаться лбом пробить и ломануться, как бы попробовать выпрыгнуть. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Конечно, вот эти боковины они практически сорвали. Здесь я их привязал одного к этому, второго к этому подголовнику. Ну все, сейчас поеду. Зажал дверью такие от зерна мешки, типа сахарных. С одной и с другой стороны. Чтобы не было попыток в окно выпрыгнуть. Развернул в итоге я их в одну сторону, чтобы головой они были. Потому что показал им неудобно, что они, когда если кто-то один будет ложиться, может на цепь, которая привязана веревкой, на горло давить. Так в одну сторону они, я думаю, что нормально драться не будут. Сейчас улягутся, и все будет хорошо. Все, давайте. Ну вот, друзья, едем мы по Кутузовскому проспекту. Сейчас подумал, что проехали через центр Москвы, Кремля, по Кремлевской набережной. Впереди дорожные работы. Спасителя. Здесь парк. Поклонная гора, зарегистрированный.
Переведи камеру на полосу. Информационных технологий и массовых коммуникаций день города Москва. 2021 года. Что вы так, ребята, прокатились, 81049. Посмотрели все основные достопримечательности. Для слушателей старше 12 лет. В целом, барашки ведут себя хорошо. Заверстил я еще мешком заднее стекло, потому что все равно они развернулись. Достаточно длинная у них привязь, ну, чтобы не задушились. Но они ходят ходуном, но уже, видите, опять поменялись. Встали валетом. Ну так, немножко беспокойно было, они так начали что-то фырчать. Впереди камера на полосу. Они знакомы с друг с другом, но в последнее время они были в разных клетках. Поэтому немного так они освоились, когда в дороге начали фырчать. Ну, я не знаю, вот когда они там выясняют отношения. Но дальше дело не пошло, поэтому все нормально. Я думаю, проблем не будет. Езды еще всего. Впереди камера на полосу. Осталось еще пару часов. Впереди камера на разметку. Ну вот, друзья, мы уже на месте. Я так понимаю, что вот этот, судя по навигатору, загородный клуб. Здесь будут наши барашки жить. Ребята на новом месте. Такой шикарный овчарня. А здесь такое вот поголовье. Здесь и романовские, и полукровки катумские. Вот здесь он будет с этими девками работать. Такой прудик, там коттеджики на заднем плане. Вот это Евгений на электромобиле везет. Еду за ним к офису, к конторе. Вот столько у них заготовлено сено, сенаж там на заднем плане в белых тубах. Ну, серьезное хозяйство, техника своя. Лошади на выгуле. Это еще площадка кормная. Ну все, друзья, закончилось мое путешествие. Еду обратно. Вот остановился парк Патриот. Тут выставка техники. Вот этот главный храм, который вот недавно построен. Так что все, барашки в надежном месте. Буду смотреть и поддерживать связь с новым хозяином. Как у него будут они расти. Интересно, как будет потомство. Все, всем пока, всем удачи.